В этом году обустройство береговых откосов реки Уводь будет полностью завершено. Напомним, что к работам приступили еще в 2009 году. Укрепляли берега от плотины БИМ до Соковского моста. Но подрядчики попадались недобросовестные, нарушали сроки, работу выполняли некачественно. Сейчас муниципальный контракт заключен с местной фирмой. И теперь в том, что работы будут завершены в срок, глава администрации не сомневается. До 26 декабря закончит укрепление левобережного откоса на участке от пешеходного моста по улице Калинина до Соковского моста. Отметим, что благоустройство берегов и прилежащих к ним территорий – это обязанность муниципальной власти. А вот сама река находится в федеральном ведении, и чистить ее местными силами нельзя. В дальнейшем будем заниматься тем, чтобы здесь создать еще одну зону отдыха для наших горожан. То есть в планах городской администрации на противоположном берегу сделать пешеходную дорожку и велодорожку с освещением, ну и благоустроить вот эту набережную, которая сегодня обустраивается со стороны уже непосредственно реки.